чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины. То есть Пилат, он не видит вины в нем. Ну, не виновен. Тогда вывели Иисуса в терновом венце и в багрянице и сказал им, Пилат, сей человек, сей человек. И когда же увидел его, первосвященники и служители закричали, распни его. Пилат говорит им, распни его. Пилат говорит им, возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины. Понимаете? То есть, ну за что? За что его распять? Ну нема в нем вины. Они кричат, распни, предай смерть, убей. Почему это все совершается? Потому что завидовали Иисусу Христу, за Иисусом присоединялись люди и шли. Люди шли к Иисусу. Бизнес, который они...